В своем послании народу Казахстана глава государства сказал, что справедливое распределение национальных богатств и предоставление равных возможностей каждому гражданину – ключевая цель грядущих реформ. Как сказал наш президент, всесторонняя поддержка молодежи – это один из безусловных приоритетов. И именно для этого, вот что мне понравилось, так это поддержка молодежного предпринимательства, то есть введение механизма, да, целого. Кроме того, начисление из национального фонда детям до 18 лет, да, то есть ребенок уже вступает в взрослую жизнь, он будет уверен, что образование, жилье будет, так скажем, на стадии почти готово, да, то есть таким образом будет уверен в своем будущем. Взаимоотношения государства с народом. Очень много высказано. Устрой всего судейского, выборы, экологические проблемы. Я думаю, что если реализоваться будет все это, как послание сказано президентом, я думаю, что будет справедливый Казахстан, будет построено.